Всем привет, дорогие друзья! Всем привет, дорогие друзья! Сегодня 1 июня. Поздравляем вас с наступлением лета. И у нас для вас хорошие новости. Нас открыли. Рестораны открыли. В общем, сейчас гуляем по Алании. Покажу вам все, что здесь происходит. Сейчас мы идем в сторону дома Наташи, потому что там кое-какое интересное мероприятие. Посмотрите, рестораны открыли, рестораны работают до 8 вечера, можно сидеть, сервис до 12. Магазины работают до 9 вечера и комендантский час теперь с 10 вечера. Посмотрите, Алания начинает постепенно оживать. Мы уже на Дом Латаши, и по звукам музыки вы слышите, что рестораны работают, музыка включена. В общем, жизнь налаживается, друзья. Вот так вот выглядит Дом Латаш. Здесь у нас какое-то мероприятие, куда мы, возможно, тоже пойдем. У нас есть приглашение, но пока не знаю. А для начала, друзья, я покажу вам море. Потому что море – это то, почему вы скучаете больше всего. Поэтому какие волны шикарные. Просто красота. Вот такая вот у нас красота здесь, друзья. Смотрите, солнце уже зашло, но на моем канале очень много разных видео, где я вам показываю закат солнца, море теплое. В общем, супер классно, и мы очень-очень рады, что, кажется, жизнь нормализуется. И я надеюсь, что вы, кто живет в Российской Федерации, также сможете к нам прилететь, потому что Украина, Азербайджан, другие страны прилетают, поэтому обязательно прилетайте и наслаждайтесь вместе с нами. Здесь на Дом Латаши очень классный парк, можно заниматься спортом. И, друзья, из облаков вышло прям солнце, которое практически зашло за горизонт. Вот хочу вам показать. Буквально 5 минут, и солнца уже не будет. Море, конечно, сегодня просто шикарное. Здесь ребята каждый вечер играют в баскетбол. В общем, это место я вам показывала уже очень-очень много раз. Но сегодня особый день, 1 июня, поэтому очень классно, что началось лето. И нас наконец-то отпустили. Можно выдыхать спокойно. Помимо того, что здесь очень большой парк, еще здесь улица Мастериц. Вы об этом знаете, но наконец-то Мастерицы открылись, и можно купить разные украшения ручной работы. Вот здесь вот разные вязаные игрушки интересные, украшения, глазики от сглаза. В общем, разные вот такие вот колье. Мерба.
вязаные тоже детские пинетки, шарфики. Пока не все стенды открылись, но некоторые уже открыты. А мы идем дальше после ужина кушать мороженое. Везде расставили столики. Народу много, друзья. Кафе сразу заполнились людьми. Ну и мы каждый вечер тоже приходим на домлатаж. Наконец-то включили фонтаны. Сейчас, наверное, минут через 10-15 уже стемнеет, потому что солнце полностью зашло. Фонтаны включили. Лето началось. Вот такая вот у нас здесь красота, друзья. И, конечно же, всех интересует вопрос. И под прошлым видео в комментариях мне писали и спрашивали, когда же откроют границы. Так вот, границы Турции открыты. К сожалению, в Турцию не летают российские чартеры. И на регулярной основе только два самолета в день. Два самолета в неделю Аэрофлота, но летают Пегасус и турецкие авиалинии, на которые, насколько я знаю, сажают только с видом на жительство. Поэтому ограничений еще достаточно много. Так, кот что-то нашел или кого-то. Всем привет от кота! Только что встретили, гуляя по домлатажу, наших подписчиков из Беларуси. Очень, кстати, классно, постоянно кого-то встречаем. Супер! Здорово, когда вы нас видите и к нам подходите, я всегда рада с вами познакомиться. А сейчас покажу вам, что у нас здесь происходит. Фонтаны, солнце практически зашло, и мы возвращаемся обратно. Открылись маленькие апельсинчики с разными коктейлями. Вот, например, сок апельсиновый 8 лир, гранатовый 10. Вот в таких вот маленьких кафешках можно сделать... Мерхаба! Можно сделать, спасибо, можно выпить сок. Очень-очень люблю я такие всякие разные натуральные напитки. Солнце постепенно заходит, мы идем дальше. Мы приехали в парк на террасу. Вот там еще выше есть другой парк и другая терраса, тоже очень классная. Видите, здесь I love Alanya надпись. Заход солнца сейчас над Аланией происходит. Очень классно. Видите, народ отдыхает, кушает, пьет чай. В общем, очень классно здесь. Очень люблю это место. И посмотрите, какой классный вид открывается отсюда на всю Аланию. Солнце уже практически зашло, и совсем скоро будет темнеть. Посмотрите, сколько милых котиков внизу. И я вижу лавочку, сейчас мы туда сядем и будем кушать наше мороженое. Вот такой вот здесь классный парк. Сейчас Айхан будет делать прямой эфир, и мы покупаем вот такое вот мороженое всегда в белом шоколаде. И наслаждаемся, видите, вот такой вот классной панорамой. Друзья, не забывайте нашу группу в Фейсбуке. Айхан там делает прямые эфиры, вот, например, прямо сейчас. В группе, в описании к этому видео есть ссылка. Сейчас у нас 22 градуса, и вот эти вот миленькие котики, ой, испугался. Сейчас покажу другого, похож на нашего кота. Спи, 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 иди сюда, не бойся, скажи всем привет.
испугался. Кендимi sokağa vuran insanlar işte mangalın başında. Buradaki terastaki. Народ, кстати, здесь делает шашлыки. Здесь везде есть, вы уже видели. Столы, стулья. В общем, шикарно, шикарно. Зелень, прохлада. Просто потрясающе. Наслаждайся, не хочу. На Далане постепенно зажигаются огни. На крепости уже зажглись огни. И надпись «I love Alanya» тоже зажглась. Я думаю, что многие из вас видели и знают эту надпись. Но здесь вот она видна лучше всего. Вот эта надпись, которая видна с любой точки города. И вот такая вот панорама на Аланью вместе с Айханом. Здесь наверху также вот такое вот классное кафе. Можно сидеть и наблюдать панораму. Покажу вам сейчас панораму города. Качели. Посмотрите, Аланья, терраса. Вот такая вот здесь красота. Солнце зашло. Все. Скоро будет темно. Очень много цветов. Сейчас все распустилось. Ну, а мы едем обратно на Дамлатаж. Сейчас мы идем по улице Дамлатаж. Сейчас время где-то 8 часов вечера. И вы видите, тоже все магазины открыты. Продуктовые, по-моему, уже закрылись. Вроде бы до 8, но то ли до 8, то ли до 9 вечера они работают. А все остальные магазины открыты, потому что комендантский час начинается в 10 вечера. Рестораны, посмотрите, выставили столики, стулья, народ сидит, кушает. В общем, супер. Магазинчики маленькие, сувенирные лавки, все тоже открыто. До 10 часов можно гулять. Когда отменят вот этот вот карантин с 10 до 5 утра, еще неизвестно. И, кстати, то, что касается выходных, карантин у нас продолжается. Спорткары поехали. Карантин у нас продолжается только в воскресенье. То есть в субботу карантина уже нет. Дильми, садыджи пазаргюна. Да, только в воскресенье, а в субботу мы уже можем выходить из дома. В общем, супер. Все, Алания постепенно оживает. Магазины открываются. Народ ездит с музыкой. В общем, 1 июня, лето началось. Мы дошли до магазина, и магазины, сейчас я вам скажу, открыты до 9, в воскресенье до 17. С 9 до 21, в воскресенье до 17. Друзья, это просто супер, когда гуляя по улице, можно зайти в магазин, а не бежать к закрытию в 5 часов вечера. В общем, одна сплошная радость у нас сегодня. Рынок тоже ожил. Зажгли огни. Чуть дальше тыквы зажгли. В общем, потихоньку все оживает. А это улица, на которой расположены пабы. Слышите, как шумно? Как давно мы не слышали этот звук. Первый день открытия ресторанов. Народ просто отрывается. Места свободного нет. Со всех улиц музыка. Дискотеки. Ночная жизнь в Алане тоже официально открыта. На пятничном рынке. Сейчас время уже ближе к 9 вечера, и народ гуляет. Мы пришли как раз на улицу, где висят тыквы. Вот эти вот тыквы расписные, видите, тыквы уже зажгли.
они совершенно разнообразными узорами. Одна не похожа на другую. Очень красиво. И к этому лету вот эту вот улочку с огнями, с тыквами продлили. Она стала, ну, я не знаю, метров 300, наверное, точно есть. Вот такая вот красота. Можно фоткаться. Для Инстаграма народ тут тоже классные фотки делает. Я думаю, что вы тоже были на этой улице. Обязательно пишите в комментариях, кстати, если вы были. Интересно. На боковых улочках тоже все открыто. Мы сейчас двигаемся в сторону бульвара Ататюрка, самого-самого центра, самой центральной улицы. Мы вышли уже на центральную улицу. Покажу вам, кстати, валюты. Евро 8,20. Евро что, 10,50. А доллар 8,25. Рубль. Рубль не вижу. Паунды, франки, кроны и так далее. Ну, в общем, смотрите, вот такие курсы. Вот такой вот у нас, друзья, 1 июня. Нас официально открыли. Этому нельзя не порадоваться. Поэтому как можно скорее тоже приезжайте в Аланию. Ждем вас здесь. На сегодня я с вами прощаюсь. Всем всего хорошего. Пока-пока. Пока-пока. Не забывайте подписаться на наш канал, ставить пальчики вверх и комментировать, потому что это ваша благодарность нам. Всем пока-пока.